Какая ж песня без Баяна, какой же завтрак без Роксаны? Давайте вместе с вами осваивать новый репертуар завтраков. У нас в гостях сегодня повар из ресторана «Санта-Фе» Юра. Юрочка, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Muy bien. Señor. Мы показываем наши ингредиенты, из чего состоит сегодня завтрак. Как он называется? Это Санта-Фе юго-западный салат. Салат юго-западный. Это сыр, да? Домашний сыр, сулугуни, может быть? Да. Сулугуни. Это мелко нарезанные маслины. Маслины. Без косточек. Петрушка. Это мелко нарезанная петрушка. Это черная фасоль. Черная фасоль отварная. Это самое главное. У нас это называется проросшая пшеница. И я вам хочу сказать, что, во-первых, это продается. Здесь все витамины, которые существуют, и очень сильная, как говорят врачи, богата энергией. А нам энергия всем нужна. Поэтому обратите на это особое внимание. Очень вкусно. И очень вкусно. Скромно добавляет Юрочка. Это у нас лук зеленый, да? Угу. Порезанный. Это три вида перца. Сладкого перца. Сладкого перца. Это нарезанный мелко сельдерей. Красный лук. Огурец. Мелко нарезанный. А это что? Белый лук. А, белый лук. А вот это расскажи мне, пожалуйста, что это такое? Это соус. Соус на бальсамик винегрет. Это что-то немыслимое. Расскажи. Бальсамик уксус. Так. Оливковое масло. Так. Свежая зелень. Свежая зелень. Соль, перец. Соль, перец. И свежий лимонный сок. Ага. Значит, уксус. Сколько здесь нужно уксуса? 25-30 грамм. Уксуса. Уксус. Ну, ложка, да? Две ложки. Две ложки. Две ложки уксуса. Мелко нарезанную зелень, любую. Любое. Да, сколько нужно зелени? Ну, кто как любит, да? Масло сколько нужно? Масло 250 грамм. 250 грамм масла. Чеснок. Соль, перец. Чеснок. Чеснок. А сколько это должно настояться? Или это сразу готово? Нет, это сразу готово. Да, сразу готово. С чего начинаем? Белый лук. Белый лук. Теперь? Окей. Можно огурцы? Огурцы. Красный лук. Красный лук. Сельдерей. 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 Перец. Угу. Зеленый лук. Зеленый лук. То есть одни овощи? Да. Черная фасоль. Черная фасоль. Угу. Зелень. Маслины. Маслины, они нарезанные, да? Да. И сос. Сос. Продолжаем мы готовить наше блюдо завтра. Кто не успел, подключайтесь к нам. Рецепты наших завтраков в журнале «ТВ Парк».